Всем привет! Сегодня у нас будет небольшая распаковка. 6 посылок у нас, 1 из GD и 4-5 из, наверное, GearBest'а, скорее всего. Ну, посмотрим, давайте. Итак, давайте начнем с самого габаритного. Последнее время популярная вот эта вот сумка, она очень часто по распродажам, 8,70 где-то стоит, $8.70. Я пользуюсь с сумкой такого же размера, но с одной лямкой, которая... Вот, и взял себе вот такую еще тоже посмотреть. Интересно, давайте распакуем, посмотрим на нее. Материал такой, как шершавый, но обработан чем-то, то есть я даже не знаю. Ну, вот моя сумка, здесь у меня такой более, даже не знаю, как описать, но материал здесь более такой, он гладкий, хоть и, то есть внутри квадратиков гладкий, но шершавый за счет вот этих вот полосок между квадратиков. Вот, но, скорее всего, это какая-то пропитка от промокания, то есть он идет тоньше, здесь у меня плотный, то есть такой рюкзак плотный слишком, здесь он тонкий, то есть чувствуется, что он тонкий, и, ну, я так понимаю, что он пропитка, влагостойкий должен быть. Ну, давайте посмотрим, вот такая вот у него собачка, Ми. Помещается вот рука полностью, то есть вот аж сюда оно заходит, то есть вот такого вот размера этот карман. Вот сумка сама небольшая, сейчас мы еще замеряем ее. Вот боковые карманы здесь есть, с обратной стороны спинка. Ну, здесь есть, вот в спинке есть какое-то уплотнение, но она не такая, мягковата. Ремешки, то есть, ну, маленький такой рюкзачок. Вот внутри как выглядит. Да, то есть передняя вот эта вот стенка, она мягкая. Ну, подойдет для велосипедистов, я думаю. Вот, карманов здесь немного. Получается, один спинка немножко плотная. Один карман. И большой, один второй большой карман. Вот так она, такая вот ширина. Размеры ориентировочно 38 на 22-23. И давайте посмотрим, как она будет выглядеть на мне. Я вставляю в нее свою сумку от Xiaomi, для того, чтобы было понятно, как она будет выглядеть. Влезла сумка без проблем. Вот, вот так вот рюкзак выглядит. Ну, давайте посмотрим, как он будет сидеть. Вот, подтягиваем. Вот так вот рюкзачок выглядит. Подтянул на максимум. Вот, для послабления так не послабляется. То есть нету этой системы, которая можно потянуть вверх и ремешки послабились. Ну, вот как-то так. Вот такой вот рюкзак. Вот таких вот габаритов. Вот, классный рюкзак, недорогой, прикольный. Вот, имеет место быть. Сегодня у нас идет ливень, поэтому я вот так вот свой рюкзак туда запихнул, и в нем и так и пойду с этим рюкзаком. Откладываем и поехали дальше. Дальше у нас, вот давайте посмотрим такие вот две штуки. Одна встряла прям сюда, видите. Я уже покупал две защиты. У меня на бипе вот скол на стекле, как бы трещина, то есть ударился этим местом и пошла трещина. Но они как бы не мокнут, ничего, то есть водонепроницаемость не потеряли, но все равно неприятный момент. И я купил в одном из обзоров, уже в одной из распаковок, вы видели, я купил два вот таких штуки. Вот я их не советую, я купил еще два, но я их уже не советую, потому что они в вот этом месте все лопаются. То есть те два бампера, которые я купил, они уже лопнули в этом месте, и вот мне один пришел уже лопнувший. Поэтому я их советовать не могу. Давайте посмотрим второй. Второй у меня вот такой вот был, ну, недели две он продержался, и потом вот лопнул в этом месте. То есть где-то цепанулся, ударился или еще что-то, он в этом месте. То есть пластик очень мягкий и... Штука, идея прикольная, прикольная, но исполнение говно, то есть сам пластик, он очень такой некрепкий и быстро ломается. Вот, поэтому
не останавливаемся на них. Давайте посмотрим дальше. Это вот лейкопластыри с Томми Джерри. Давайте посмотрим, как они выглядят. То есть это из магазина JD. Постоянно продается. Вот в такой коробочке. Вот такие вот пластыри. Получается 2, 4, 6, 8, 10, 12 штук. Давайте один откроем и посмотрим. Вот, я думал, что на них будет нарисован Том и Джерри. На самом деле тут обычные пластыри. Вот. Без какого-либо рисунка. Ну, для обычных пластырей это дороговато, у нас получится дешевле, я так понимаю. Как-то так. Я думал, что здесь будут Том и Джерри нарисованы на самих пластырях. И, ну, как бы для ребенка, чтобы ему было, когда вдруг поранится, чтобы можно было ему приклеить, вот такой вот штука воспользоваться. Откладываем, пошли дальше. Дальше еще две майки из магазина Gear Best. Майки очень классные. Единственное, что у меня вот это вот на моей майке, вот эта вот штука обтерлась. Я ходил в майках, то есть они уже были у нас в распаковке. И сейчас померяем одну. Вот, но майка очень классного материала, очень приятная. И я в ней ходил, реально ездили на море, я вот только в ней и ходил. И неделю отходил, все с ней отлично, то есть никаких проблем. Стирал там за неделю два раза ее, она даже как бы, ну, такая. И запаха у нее не остается пота, такая, ну, отличная майка, то есть классное качество, мне очень она понравилась, поэтому было заказано вот две штучки, одну давайте отложим, размер мне подошел, давайте сейчас вторую померяем, все отлично, и это подошла мне, вот, могу смело советовать, отличные майки, недорогие, отличного качества, вот, качество, ну, действительно бомбовое, мне очень нравится. И вот это вот, кстати, не облезло даже после двух стирок, вот этот вот значок. Ну а вот на шее, который второй значочек, вот этот вот Zen Style, он сами буковки облезли. То есть тут какой-то то ли резиной они сделаны, то ли чем-то, они пооблазили. Вот, ну а вот этот Gear Best, он стоит на месте, то есть уже две стирки прошло, он на месте и никуда ничего не облезло. Далее давайте быстренько посмотрим. Вот эту вот штуку отбросим сразу. Это резиновый чехол для Xiaomi Powerbank. Попросил знакомый, я заказал. В общем, далее. Вот эта вот штука, это я решил попробовать заказать. Это такая вот штучка для углы в ваннах делать. То есть, чтобы не герметиком обрабатывать, а вот такая вот. И я не угадал, покупал я, по-моему, на Banggood или на Gearbest, и я не угадал с размерами. То есть она мне не подойдет, вот это вот. Хотя, может, и подойдет. Ну, посмотрим. То есть мне, в общем, в ванной нужно угол вокруг ванной обработать. У меня сейчас такая лента, но она большая. Здесь где-то и здесь как бы большая. И она угол этот держит. Попробую зачистить там все. Ну, она как бы уже свое несколько лет там держится. Уже свое отработала. Пожелтела немного там белого цвета. И я хотел ее поменять. И купил вот эту вот ленту, но не угадал немного с размерами. И, скорее всего, ну, может, и подойдет, посмотрим. В принципе, они продаются и у нас, без проблем можно у нас купить, ну, цены там будут на пару баксов дороже всего лишь. Вот, ванна так вот сделана, вот лента, и для сравнения габариты моей старой ленты и новой. То есть эту я обдеру, конечно, посмотрю, может, достаточно будет и это, и оно будет так не менее заметно, чем эта большая. Вот, ну, думаю, что скорее всего будет удобно. Но в любом случае эту старую нужно снимать, потому что вот уже здесь такая вот штука образовалась, нужно очистить все от ржавчины. То есть это за 3 года образовалось такое вот, нужно ее в любом случае снимать, она уже потеряла товарный вид, и снимать и менять. Вот, ну и последний герой нашего обзора, это вот такая вот наша распаковки. Это вот такой вот пистолет. Так, прицел, пульки и сам пистолет. У нас есть уже один пистолет. О, кстати, тут одни шарики, видите, уже заправлены. В прошлый раз приходили шарики, они были все вот в таких вот пакетиках, то есть их нужно было настоять в воде и после этого уже применять. Здесь же вот эти шарики готовые. Здесь
Ух ты! Здесь сюда вкручивается, да? То есть сюда мы закидываем, откручиваем сюда, забрасываем шарики. Вот. Вешаем эту штуку вот сюда. Так, наверное, нет. Наверное, просто вщелкнуть нужно или как? Вот, пока понял схему, то есть здесь вот такая вот бортик, и он должен попадать вот эту дырочку, чтобы не ездил. И просто вщелкивается, то есть вщелкнули, и все. И теперь можно ложить сюда шарики, и заряжаем, и потом стреляем. Ну, пока мы шарики пользоваться не будем, может отдельно досниму. Вот, а пока давайте стрельнем вот такой вот присосочкой. В предыдущей штуке присоска, кстати, входит туго, туже намного, чем в предыдущем. В предыдущем ее можно было полностью сюда засунуть. Ну да ладно, давайте и так стрельнем, и так оно будет понятно. Итак, пробуем стрелять. Прилипло, все отлично, все стреляет. И давайте еще раз стрельнем. Вот. У нас есть уже один пистолет такой из предыдущих обзоров. Он работает, все отлично, мы с сыном им играемся. Единственное, что сыну его тяжело перезаряжать. Здесь же намного легче пружина, то есть ну, ее перезарядить намного легче. Я думаю, что ребенок, скорее всего, справится с перезарядкой этого пистолета. Теперь у нас их два, и мы сможем друг с дружкой играть в войнушку. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!